Гамарджоба Мегабрибо! Сегодня у нас вкуснейшее семейное блюдо оджахури. Именно семейное, потому что оджахи по-грузински означает семья. Рецепт этот я выпросила у хозяина самого лучшего кафе на побережье Черного моря в солнечном Махинджауре. Ливан и Настя, Диди Мадлова. Для оджахури от Ливана нам понадобится картошка, у меня молодая, можно любую. Грибы, у меня шампиньоны, лук и чеснок, болгарский перец, пару столовых ложек лимонного сока, совсем немного настоящего белого грузинского вина, сванская соль, растительное масло и мечты о Грузии. Для начала порежем кубиками болгарский перец. Затем грибы. Я режу только шляпки. Из ножек мы потом что-нибудь сварим. Лук порезал комбайн достаточно крупно, вот такими вот красивыми колечками. Картошку хорошо было бы порезать дольками, но для ленивых можно и вот так, как я. У меня картошка молодая, поэтому в кожуре, не чищенная. Если старая, то нужно почистить. Нам понадобится две сковородки. В одну вливаем масло, растительное достаточно много, и выкладываем картошку. Мы ее хорошенечко пожарим. Также картошку можно пожарить во фритюрнице, если она у вас есть. Во вторую сковороду нальем немного масла и обжарим лук до прозрачности. Затем к луку добавим болгарский перец. Перемешаем хорошенечко и обжарим под крышкой пару минут. Теперь к луку и перцу добавляем грибы. Теперь обязательная сванская соль, которая придает блюду неповторимый аромат, узнаваемый. И черный перец. Все хорошо перемешиваем и жарим до готовности грибов. Как только грибы готовы, мы в нашу сковородку складываем обжаренную картошку. Картошка получилась очень симпатичная, румяная, прожаристая такая. Все хорошенечко перемешаем и по желанию, по настроению, можем добавить немного совсем соевого соуса. Затем вольем пару столовых ложек лимонного сока. И совсем чуть-чуть, у меня около 20 мл настоящего белого вина. Все хорошо перемешаем. И уже почти в самом конце, когда все ароматы перемешались и составили невероятный букет, дополним все это великолепие чесноком. Все перемешаем, накроем крышкой, пусть немножечко постоит. Все, можно подавать к столу. Если вам понравилось мое исполнение оджахури от Ливана, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, а я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. Нах вам дис!